Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка на российском рыболовном рынке от компании Elegance, фидерная серия Axela. Серия включает в себя достаточно много моделей. У меня в планах снять видеоролики о всех из них, но чтобы не впихивать, скажем так, большое количество фидеров и не проходиться галопом по Европам, я хочу более точечно и более подробно рассказать о каждой модели, да, из них. Я решил этот ролик посвятить все-таки моделям серии Distance с большими тестами, максимально дальнобойными, потому что они очень востребованы на нашем рынке, востребованы рыболовами. Перед тем, как поехать на тесты, на воду с этими фидерами, мне пришло огромное количество. Вот за все время, сколько я снимаю, у меня такого количества вопросов просто не приходило никогда. За буквально несколько часов десятки вопросов о этой серии. С просьбой сравнить, сказать честно, потому что, ну, сами понимаете, маркетинг вещь такая, люди не всем доверяют. В общем, сегодня на обзоре 360-120, 390-150 и 390-180, и длина 420 до 180 грамм. Для примера у меня здесь лежит 390-150, на нем, чтобы не накладывать на стол кучу фидеров, они все, в общем-то, внешне одинаковые, поэтому я вот для примера положил один. А далее мы разложим уже все, что я перечислил, потрясем их, посмотрим строй, нагрузим, посмотрим, как работу бланка под нагрузкой. Вы все это увидите в будущем, скажем так, да? Ну, начнем. Бланк изготовлен из карбона, высокомодульного карбона, HM2. Если переводить во всем привычные тонны, это порядка 30-36 тонн. Как вы видите, приятный дизайн бланка, достаточно солидно смотрится, стильно. Здесь вставки у нас две такие под карбон, дальше на катушке держатели тоже вставочки под карбон. По каким-то нареканиям по внешнему виду, потеки лака, непрокрасы и так далее, то здесь этого нету абсолютно, сколько я не рассматривал моделей, которые мне пришли на руки, да, и которые мы уже начали активно продавать. По кольцам, кольца Seaguide, трехлапые, противозахлестные. Одно кольцо нижнее, как вы видите, увеличенного диаметра, и дальше идет трехлапые два кольца на втором колене, и уже двухлапые колечки выше, для того, чтобы не влиять на баланс, отрицательно не влиять на баланс. Фирменный катушкодержатель Fuji с очень удобным верхним форогриппом, верхней гайкой, то есть она в руку прям ложится просто превосходно, хотя она небольшого размера, но такая бабушечка очень объемная в плане диаметра, да, и она очень хорошо создает такую уверенность при закрутке. Ну и плюс, я знаю, этот держатель, он не раскручивается, еще и за счет того, что здесь идет такое специальное напыление на пластик, типа soft touch, можно сказать, которое фиксирует лапки катушки, не дает им лишний раз выскальзывать, то есть как бы прижимает слегка их. Плюс сами туннели катушкодержателя под лапки, они тоже увеличены. Сюда я ставил 8000 от CarPro катушечек, то есть она сюда встает замечательно. Расстояние и диаметр внутренних колец позволяет сходить лески даже с таких крупных катушек беспроблемно, без захлестов. Кстати, обратите внимание, я об этом часто говорю, чтобы люди уже меня не лишний раз не спрашивали. Я указываю все технические характеристики у себя на сайте Multifish. Ссылка будет под видео в описании, под видео прямая, где я указываю именно внутренний диаметр колец, а не внешний, как многие пишут. Диаметр бланка, длину рукояти, честный вес, транспортную длину и так далее. То есть все, что вас интересует, чтобы сейчас не занимать времени, не перечислять все это, пожалуйста, по ссылке в описании под видео заходите на сайт, смотрите, заказывайте, и будете очень довольны, я вас уверяю, качеством этих фидеров. Значит, дальше идет рукоять
очень приятная, проработанная, такая грамотно, видимо, с головой подходили к создателям. Это пробка, дальше идет высококачественная Эва. Очень анатомичная форма, то есть здесь специально у нас такая площадочка под предплечье, а дальше это просто я влюбился в эти фидера, вот как сразу как взял первый, наверное, в руки, то есть у меня как бы сразу все мысли только здесь, то есть поверьте мне, когда вы возьмете вот эту вот рукоять и начнете заброс делать, да, вам не захочется отпускать ее вообще, то есть настолько удобная, эргономичная нижняя часть, вот эта рукоять под именно кисть рыболова, просто шикарно, она лежит как влитая. Усиление колен в местах стыка, обратите внимание, то есть все сделано для того, чтобы фидер служил очень долго. Значит, помимо того, что здесь дополнительная обмотка усиления стоит, она еще очень прекрасно обыграна под дизайн, то есть залачена и смотрится очень, ну, просто класс. Так, по вершиночкам. Посадочный диаметр вершинок 2,9 мм. Во всех моделях, которые мы сегодня на обзор я выставил, да, все карбон, подписаны прекрасно. Все понятно, от какой именно модели, какой, сколько унций. Увеличенный диаметр внутренний колец на вершинках, плюс противозахлестный тюльпан. Очень удачная расцветка, мне она очень нравится. То есть красного цвета она больше наверху вершинок, белого чуть меньше. Вот это сочетание как раз для разной погоды просто изумительно радует глаз, да, когда смотришь, и уверяю вас, вы поклевку не прозеваете с такой расцветкой вершинок, потому что я сталкивался часто с такой расцветкой, что там приходится щуриться, да, чтобы понять, что это такое. А вот это сочетание именно яркости, да, и такой цветовой гаммы, так именно просто идеальнейший вариант. Противозахлестные тюльпаны помогут избежать поломок тем рыболовам, у кого они случаются как раз вот в местах ниже тюльпана. То есть такой противозахлестный тюльпан просто шикарно гарантированно и шикарно сбросит любую петлю, что вы будете ловить на монолеску, что на плетеную. Длина вершинок 51 сантиметр, диаметр, как я сказал, 2,9 миллиметров посадочный. Из минусов, это тубус. Поставляется фидер с вершинкой, вставленной во второе колено, это убрано в чехол. А вот в тубусике в этом вложены две вершинки. Мне это не нравится, я люблю перевозить все три вершинки в тубусе, это защищает лишний раз от поломок, но здесь такое практически невозможно, то есть тубус настолько маленький по диаметру, что вот я даже не могу, вот видите, при вас вставить, то есть мне надо, нужно ковыряться, наверное, столько времени, чтобы сюда вставить эти вершинки, но вот они вошли чудом, вот поверьте мне, это вот первый раз на камеру, сейчас у меня получилось их быстро вставить. Так гораздо все это дольше происходит. В общем, кто не хочет париться, выбрасывайте, либо по другие дела используйте этот тубусик, покупайте на 20 мм, 25 мм по диаметру и, соответственно, водите прекрасно там вершинки. По запчастям, что колено, что вершинки, они есть в наличии. Обязательно не забывайте, что при покупке у нас в магазине вы сможете получить две запчасти в год в период действия такой акции совершенно бесплатно. Плюс мы даем гарантию на заводской брак на весь срок службы удилищ, купленных у нас в магазине Multifish. Все вышесказанное не является публичной офертой. Мы можем прекратить такие акции в любое время. Это не является обязательством нашего магазина перед покупателями. Тем не менее, вот 3 года мы уже их проводим. Люди получают бесплатные запчасти и на Дайву, и на Фидер Концепт, и на Сальма, и на много-много еще. Браунинг, который мы проводили, Кайду недавно проводили. В общем, если вы хотите быть подстрахованы, такой своеобразной каской иметь, то, пожалуйста, заказывайте в магазине Multifish.
у вас будут лучшие условия на покупку, гарантии и тому подобное. Я думаю, вот на этом пока все. Пойдем сейчас разберем, посмотрим строй, понагружаем. Итак, дорогие друзья, значит, у нас в руках 360, тест 120 грамм. Смотрите, показываю сначала бланк. Очень удобная рукоять, просто потрясающе удобная рукоять. Ну, я бы сказал, наверное, самый удобный из всех фидеров, которые я держал. Бросковый фидер с хорошим усилением, с возможностью перегруза, прощающие ошибки. Скажу сразу, что вершиночки здесь у нас поставлены средние из комплекта. Ну, смотрите, как будет вязать. Отлично. Итак, следующая модель 390-150. Тоже в руках лежит очень приятно. Я бы даже не сказал, как хэвик. Вы знаете, вообще, вот кто возьмет этот фидер в руки, ну, любую палочку из этой серии, вы сразу вспомните мои слова, что изумительный хват. Просто очень легко, комфортно можно держать этот фидер в руках. Давайте нагрузим посильней. Ну, смотрите, отличная работа. Итак, 390-180, крупные кольца. Даже то, что это экстра хэвик у меня в руках, он абсолютно не тяжело лежит. Вот прям вспомните мои слова. Приятная палка очень во всех отношениях. И плюс еще ее возможно перегружать, как и все. Ну, аккуратно, естественно, со знанием. Смотрите, давайте я вот еще сильнее мы тащим. Смотрите, какой огромный запас у нее. При этом пуляет она просто за горизонт. Ну, как и вся серия. И 420-180. Она уже в руках чуть потяжелее лежит, но это уже для тех, кому нужно за горизонт пульнуть. Давайте нагрузим. Да, запас чувствуется. 200 грамм у меня кормушка улетала только в путь. Хватало бы собственных сил, грубо говоря, и так вот регулярно темповать и ловить в приличном темпе. Итак, друзья, посмотрели, я думаю, вам понравились мощные, классные палочки. Методные, с хорошим запасом, то есть тот, кто любит, как сказать, вложиться, хорошо бросить за горизонт, да, дальше не опасаться вываживания крупной рыбы, покупайте, не сомневайтесь, будете очень довольны. По поводу чехла, недорогой чехольчик, синтетический, запахи не впитывает, отделение под три колена, плюс под тубус с вершинками, клапан на завязках, внизу тоже у нас завязочки. Ну, в общем-то, вот достаточно качественно сшит. Я вот не вижу, что есть что-то торчало, и у других фидерах, в других чехлах точно есть так же. Большая к вам просьба, подпишитесь, нажмите вот такой пальчик вверх. Для вас это для меня это большая благодарность от вас. Кнопочку подписаться. Всего доброго и до новых встреч.